Фернандо продолжает добиваться Хосе Антонио. Даже маленькая Макарена влюблена в него. Но у Хосе Антонио уже есть возлюбленная. Америка Продукционес представляет. Производство Хосе Энрико Крусилья. Соня Смит и Роберто Матеос. В телесериале «Милагрос» по роману Делия Фиала. Авторы сценария Джованна Пьерона и Энрико Монкло. В ролях Хуан Витали, Роберто Вандер, Уго Кассианси, Ивон Фросинет, Альберто Изолла, а также Регина Альковер, Ренальдо Аренас, Мирна Бракамонте и другие. Костюмы Хосе Гевара. Художник Гильермо Исса. Композитор Хорхе Таппа. Монтаж Алан Брайн. Оператор Рафаэль Руис. Режиссер Аугусто Тамайо. Я только что приехал, даже не успел заехать домой. И ты нашел ее? Что ты узнал? Где эта мерзавка? Что случилось, Жерардо? Ты нашел ее? Отвечай. Ты выглядишь усталым, Жерардо. Почему бы тебе не присесть? Что-нибудь выпьешь? Все в порядке, Бенджамин, не беспокойся. Да, я действительно очень устал. Ты ведь очень далеко ездил. Как все прошло? Прошу, Бенджамин. Это не просто визит вежливости. Мы прекрасно знаем, что Жерардо приехал по делу. Где она? Я не могу найти ее, Лукреция. К сожалению, никаких результатов. Да, этого следовало ожидать, как много лет прошло. Но ты хоть что-то узнал? Ты с кем-то говорил о ней? Никто ничего не знает. Скорее всего, она живет в Лиме, но где именно? Неизвестно. А где ты искал? В Ике. Не знаю, помнишь ли ты, но ее мать Чичита работала... Мы прекрасно помним, где работала эта женщина. Конечно, Чичита была родом из Ики. Она часто вспоминала поместье Ичивари. Она там родилась, да? Да, я привез ее сюда. Маргарита перестала справляться с работой, когда родилась Фернанда. Рафаэлю нужна была горничная. И она прекрасно позаботилась о моем брате. Она была хорошенькой девушкой. Очень хорошенькая, нравилась мне. И тебе, Бенджамин? Ведь ты помнишь, как благородна была эта женщина. Но, Лукреция, прошу, ты же не знакома с дочерью Чичи, ты уже так агрессивно настроена. Может быть, она хорошая девушка, какой была и ее мать. Эта женщина была настоящей змеей. Как только она появилась здесь, ей удалось заманить Рафаэля к себе в постель. А ее дочь, наверное, еще хуже. Добавьте еще пены в воду. А ты, Мариана, подними руки так, чтобы они были хорошо видны. Понятно? Готовы? Давайте работать. 3, 2, 1. Мотор.
Снято. Перерыв на 15 минут. Все прошло хорошо? Спасибо. Я не понимаю, зачем делать столько дублей? Не думала, что это займет столько времени. Говорят, что все всегда проходит именно так. Ведь они подбирают наиболее удачный дубль. Ой, посмотри на мои руки. Милый, я так счастлива. Не пойму, почему они выбрали именно меня? Ты красавица. Нет, они ведь не покажут моего лица. Разве? Нет, просто у других оказались некрасивые руки. Продюсер поэтому и выбрал меня. А я и не думала, что смогу с моими руками что-то заработать. Как твои руки? Немного высохли. Мы немного подождем перед тем, как сделать следующий дубль. А ты кто? Тоже модель? Я? Нет. Я подружка Марианы. А ты не хотела бы стать моделью? У тебя очень выразительное лицо. Да и фигура тоже ничего. Надо бы сделать пробы. Вы так считаете? Я никогда не думала об этом. Оставь свой телефон, чтобы можно было с тобой связаться. Мы живем вместе. Прекрасно. Ладно, пора идти. Еще есть дела. Пока. Пока. Спасибо. Не за что. До свидания. Как жаль, такая красивая девушка. Что? Вы не будете делать пробы? Нет. Ты же ее совсем не знаешь. Совсем не знаешь. Но ты ведь понимаешь, она чужая в нашей семье и в нашем доме. Она единственная дочь твоего усопшего брата. Она твоя племянница. Она мерзавка. Жерардо. Жерардо. Ты сказал, что ездил в Ику и не смог найти ее. Она наверняка в Лиме, но никто не знает ее адреса. Да, Лима — большой город. Нужно начать поиски по справочнику или... В чем дело, Бенджамин? Ты же слышал, что девушка не оставила адреса. Жерардо выполнил свой долг, но не нашел ее. Теперь нужно о ней забыть. Нет, Лукреция. Я не сдамся так просто. Я дал Рафаэлю обещание и выполню его. Ты не справился. Сделал все, что смог, Жерардо. Что теперь ты сможешь сделать? Конечно. Перестать ее искать — это самое простое решение. Это был он. Спасибо тебе, Господи, что доказал мне, что этот человек существует. Спасибо тебе большое, Господи. Я еду домой. Да, я был в офисе доктора Беллино. Что? Что-что? Ты возле моего дома? Ты с ума сошла, Фернандо. Да, я скоро буду. Пока. Я думаю, не стоит ее больше искать. Ты ошибаешься, Лукреция. Я дал клятву. Я не успокоюсь, пока не найду Милагрос Варгас и не приведу ее к вам в дом.
Господь всемогущий, я так благодарна Тебе за все, что Ты сделал для меня. Спасибо Тебе. Спасибо, что познакомил меня с мужчиной моей мечты. Увидев его еще раз, я поняла, это был Твой знак. Теперь я понимаю. Да. Привет. Я не знала. Простите. Искала Хосе? Да, но... Он принимает душ, но ты можешь войти и подождать его. Кто там, Фернандо? Как тебя зовут? Неважно. Макарена? Нет, неважно. Простите. Я не знала, что вы заняты. Как видишь, хозяева живут в этом доме. Они не сдают его больше никому. Ну и что? Все равно не понимаю. И ты не просто человек с улицы. Но не будь таким эгоистом. Хозяева не любят, когда я привожу девушек домой. Особенно тетя. Она очень щепетильная. Если бы ты приводил каждый день новых женщин, она была бы права. Но ты ведь не Дон Жуан. Фернандо, пожалуйста, прекрати. Если тебя это так беспокоит, то скажи этой старухе, что мы помолвлены и поженимся через месяц. Этим можно заниматься только после свадьбы, да? Фернандо. Фернандо. Насколько я знаю, ты действительно собираешься выйти замуж. Но не за меня. Одевайся. Тебе лучше одеться и поехать домой. Не напоминай мне о женитьбе с Рензо. С каждым днем он нравится мне все меньше и меньше. Почему же ты сразу это не поняла? Когда все выяснится с моим дядей, я расскажу маме всю правду. Всю правду расскажу маме. И что же ты скажешь? Что я не выйду замуж за Рензо, что люблю тебя. Нет, Фернандо, ты не скажешь этого своей маме, нет. Никогда не скажешь. Почему? Потому что я не хочу иметь никаких проблем с твоей матерью, по крайней мере, сейчас. А она очень хочет, чтобы ты вышла замуж за Рензо. Больше всего я хочу хорошо проводить время. Жизнь — это ведь не только работа, ее с меня уже хватит. Хорошо проводить время со своей девушкой, а если хочешь общаться с другими женщинами, все может закончиться не так уж хорошо. Не говори глупостей, Мартин, все равно я женюсь на Фернанде. Женишься? Ты действительно хочешь этого? Хочу жениться на ней. Тогда зачем тебе все эти интрижки на стороне, не пойму. Не знаю. В последнее время Фернандо ведет себя странно. Предполагаю, что это из-за похорон. Ты должен помочь ей пережить этот момент. Я? Почему? Если тебя больше интересует моя мама, иди к ней. Я не против, чтобы ты приходила. Более того, приходи, когда захочешь. Я постараюсь успокоить Консуэлу. Но необходимо, чтобы ты продолжала встречаться с Рензо. И, конечно же, ничего не говорила маме. Значит... Ты не против встречаться с девушкой, у которой есть жених? Если твой жених придурок, как Рензо, нет, не против. Но, Фернандо, послушай... Но я бы хотела проводить больше времени с тобой. Ты не против? Нет, я тоже хочу проводить с тобой больше времени. Но не сейчас. Тебе лучше уйти. Я не хочу иметь неприятностей с твоей мамой. Что?
Ты боишься меня? И что случится, если я все расскажу маме? Надеюсь, ты не совершишь такую глупость. Привет. Привет. Как все прошло с хромой девушкой? Хорошо. Я ездил к ней домой, но она не согласилась говорить об этом. Главное, что она приняла мои извинения. Это плохо. У бедной девушки, наверное, развился комплекс. Я почти на 100% уверен, что ее можно оперировать. Понимаешь? Она понравилась тебе? Или твой интерес чисто профессиональный? Клаудия, мой интерес Милагрос Варгас сугубо профессиональный. Макарена, зачем ты выбрасываешь всю эту еду? Еще и прямо с тарелкой. Если твоя тетя Консуэла увидит, тебе не сдобровать. Это же грех. Кто бы говорил? Ты злишься на меня. Наверное, ты права, Макарена. Позволь объяснить тебе. Не надо ничего объяснять, ясно? И почему я должна злиться? Разве я что-то для тебя значу? Не говори так, Макарена. Конечно, значишь. Я навсегда запомнил день, когда встретился с тобой. Помнишь, когда ты пришла в университет навестить Пабло? Сколько тогда тебе было лет, а, Макарена? 13. Помнишь, как ты ревновала к Мелиссе? Она была дурой. А ты была ребенком? Но я выросла. Разве ты не понимаешь этого? Я так беспокоилась о тебе, дорогой. Как все прошло? У меня нет ни одной зацепки, чтобы найти Милагрос. Лукреция звонила каждый час, спрашивала о тебе. Лукреция в истерике. Она не знает, кто такая Милагрос, и уже ненавидит ее лютой ненавистью. Она попросила меня прекратить поиски. Но ты не сделаешь этого. Конечно, я дал Рафаэлю слово. Я должен найти его дочь и привести в дом к Лукреции. Она должна стать настоящей Деля Торре. А ты не думал, что, приведя ее в дом Деля Торре, ты причинишь ей еще больше горя? Да, поиски прекратятся, а это осчастливит Лукрецию. Милагрос Варгас будет продолжать жить своей обычной жизнью. Может быть, она и так счастлива. Ходите открыто. Привет. Что делаешь? Привет. Я... Мне жаль было выбрасывать их, и я решила что-то придумать. Господи. Это случается со всеми цветами. Они красивы, пока стоят в вазе. Но затем их приходится выбрасывать. Поэтому так и говорят. Завял, как срезанный цветок. Но их красота остается в нашей памяти. Поэтому я решила высушить их на память. Как романтично. Я положу их на свой алтарь. А нет того джентльмена? Ты видела его снова? Видела? Когда? Как? Расскажи. Ты так давно на улице. Сильвия, я не знаю, что делать. Я подумала, что могу подойти к нему и поблагодарить за цветы. Я уже была хотела это сделать, но загорелся зеленый свет, и его машина уехала. Он не увидел тебя? Но я увидела его. О, Сильвия. Он стал еще прекраснее.
Ты не запомнила номер машины? Номер машины? Зачем? Чтобы узнать, кто он такой. Нет, это не важно. Я знаю, что все равно скоро его увижу. Как только я лягу спать, он придет ко мне во сне. Милагрос, только не говори мне, что ты видишь его в эротических снах. О, этот принц, он самый лучший. Сильвия, боже мой, какие грязные у тебя мысли. Он ведь никогда не целовал меня. Как только он собирается это сделать, я просыпаюсь. Милагрос, ты святая даже во сне. Я ее не знаю. Но мне ее жаль, Лукреция никогда не полюбит ее, это очевидно. Ей придется. Что меня волнует, так это то, как ее найти. Я переживаю за жизнь этой девочки. Что ты имеешь в виду? Рафаэль передал мне письмо, я не знаю его содержания, потому что оно запечатано. Для кого это письмо? Я должен передать его полиции в случае, если Милагрос окажется мертвой. Почему ты не показываешь мне счета, мама? Они не мои, не твои. Это счета компании. Что тебе? Хочу поговорить с тобой пару минут. Это касается Хосе Антонио. Ты думаешь, что Хосе Антонио образованный, интеллигентный человек, не так ли? Да, я так думаю. Если бы я так не думала, то не взяла бы его на работу. А с каких это пор ты интересуешься делами и моей работой? Я интересуюсь Хосе Антонио. Что? Да, он образованный, интеллигентный, помогал бы мне всего лишь несколько часов в день. Ведь мне нужно написать доклад? Доклад? Нет, это невозможно. Во-первых, Вилсон не учитель. Да, он закончил университет, но это не его специальность. Во-вторых, у него нет времени. Теперь со смертью Рафаэля работа еще прибавится. А в-третьих, я не хочу, чтобы моя дочь общалась с моими подчиненными. Ясно? Тогда не проси меня снова закончить доклад. Одной мне с этим не справиться. Если же ты не сможешь дать мне своего помощника, забудь об этом. Я не особенно переживаю о твоем докладе. Тебе нужно думать о свадьбе с Рензо. Но поговорим об этом позже. Сейчас не самый подходящий момент. Это все? Не понимаю, Жерардо. Рафаэль думал, что кто-то хочет убить его дочь? Кому это было нужно, ведь она даже не знала, кто ее отец. Милагрос теперь будет носить фамилию Деля Торре. Она станет дочерью самого могущественного человека в Перу. Поэтому Рафаэль боялся за ее жизнь. А эта бедняжка даже не имеет представления об этом. Поэтому я и хочу поскорее найти Милагрос Варгас. Ее жизнь в опасности, она даже не подозревает об этом. Эти тоже нужно или выбросить? Выбрось, пожалуйста. Хорошо. Эй, вы готовы? Готовы? Боже мой, Пипо, не говори мне, что у нас представление. Нет, мы идем завтракать. Сильвия, ты что, ничего не сказала? Почему Милагрос ничего не знает? Я не посмела. Попробуй, Маргарита. Это по моему рецепту, Себастьян. Но у меня никогда так вкусно не получалось. Челсо. Что ты здесь делаешь, Себастьян? Разве у тебя нет занятий в университете? Сейчас идут экзамены, занятия уже закончились. Тем более, ты не должен тратить время зря. Я и не трачу время зря. Я готовлю по новому рецепту. И ты считаешь, что не тратишь время попусту? У нас есть специалисты, которые работают на кухне. Маргарита, почему ты не занимаешься этим? Ты же кухарка. Простите, сеньора. Даже это раздражает тебя, мама. Неужели я не могу прийти на кухню и приготовить что-нибудь новенькое? Конечно. В этом фартуке ты выглядишь как девчонка. Где это видно, чтобы Деля Торре занимались такими делами? Немедленно сними его и иди заниматься.
Сеньора Лукреция? Где ты был, Челса? Я все утро тебя ждала. Отвези меня в банк. Ты что-то разузнал? Посмотрим, посмотрим. Что же вы такое планировали, о чем Сильвия даже не посмела мне сказать? Ну, ты, я и Сильвия приглашены на ланч. Мы трое? Кем? Видишь ли, один мой знакомый увидел тебя на днях, и ты ему очень понравилась. Он хочет с тобой познакомиться. Теперь понимаю. Почему вы не сказали об этом раньше? Сколько можно искать мне жениха? Разве вы не видите, что меня это не интересует? Не злись, это обычная встреча. Если он тебе не понравится, мы больше никогда его не увидим, хорошо? Мила, пойдем. Нет, нет. Мне не хочется встречаться с своими друзьями. Я лучше останусь дома. Ты не можешь все время сидеть заперти, Милагрос. Нужно получать от жизни удовольствие. Она так коротка. Да, Пипа прав. Жизнь коротка, надо наслаждаться ею. Ну уже, давай. Может быть, он понравится тебе, и сегодня начнется новая жизнь для Милагрос Варгас. В Перу много девушек по имени Милагрос Варгас, сеньора. Мы ищем ее, но это нелегко. У нас нет ее фотографии. Ты говорил, что твои дружки смогут достать ее из-под земли. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Если бы у нас была какая-нибудь новая информация. Челси, я сказала, как ее зовут, что ей 20 лет и что она родилась в Уике. Но этого недостаточно, сеньора. От тебя нет никакого толка. Что тебе еще нужно? Жерардо не профессионал в этих делах, но уже почти ее нашел. Сеньор Жерардо тоже ищет Милагрос Варгас. Вы должны опередить его, пока он не нашел девчонку. Я знаю, что делать. Мы будем следить за господином Жерардо. Отлично. Наконец-то слышу от тебя что-то отдельное. Конечно. Жерардо приведет вас к ней. У него больше информации, за ним и следите. Я прикажу своим людям следить за сеньором Жерардо. А когда он найдет ее... Вы уверены, что хотите увидеть то место? Да. Еще один повод, Себас. По-моему, слышала мамин крик. Еще один повод, как всегда. А в чем дело? Проблемы в университете? Поздно встал? У тебя до сих пор нет подружки? На этот раз она застала меня на кухне. Я готовил новое блюдо. Хотела бы попробовать. Но я не успел закончить. Она выгнала меня из кухни. Может, спустишься вниз и посмотришь, как дела? Она уехала с Челси. Так что иди заканчивай свое блюдо. А если она вернется? Нет, нет. Хватит на сегодня скандалов с мамой. Я послежу за дверью. Пойдем. Только посмотри на нее, какие у нее красивые глаза, не правда ли? Смотри, как ты накрасила мне губы. Ну ладно. Ты очень красива. Эстебан, должно быть, уже приехал в кафе. Надо поторапливаться. У меня предчувствие, что твоя жизнь скоро изменится. Милагрос. Ты пойдешь с нами, и мы познакомим тебя с Эстебаном. Нет, Сильвия, это уж слишком. Милагрос, ты мне надоела. Да, я закончу, а потом будешь говорить. Ну как? Не очень. Я же говорила тебе, что не люблю яркий макияж. Я не буду разговаривать с тобой до конца своей жизни. Хорошо. Ну, пожалуйста, поаккуратнее. Сильвия, я тебя убью. Он не должен был выжить, сеньора. Такое крепкое здоровье. Не напоминай мне о своей неудаче, Челса. Если бы он умер моментально, у нас не было бы проблем с его дочерью. Не волнуйтесь, сеньора, мы ее найдем. Как только я отвезу вас, сразу свяжусь со своими людьми. Но, сеньора, мне нужно немного денег. Вы же знаете, сколько это стоит, да? Хорошо. Спасибо, сеньора. Поехали.
Ну, правда, Сильвия, слишком много грима. Я не должна бы этого говорить, но ты выглядишь великолепно. Просто красавица. Они все упадут, когда тебя увидят. Ладно, посмотрим. Дай мне зеркало. Тебе понравится? Это мое лицо. Теперь это мой шедевр. Вот увидишь. Ну как? Сильвия, что ты наделала, боже мой? Ты прекрасна! Но ты же не думаешь, что я выйду так на улицу. Ты с ума сошла. Что ты делаешь? Все это смываю. Милагрос, они ждут нас. Подождут. Я же говорила тебе, что не выйду так на улицу. Ни за что. Мой шедевр. Принеси мне зеркало, я ничего не вижу. Простите, вы кого-то ищете? Хосе Антонио Вилсона. Кажется, его нет дома. Ну ладно, я подожду его. Окей. Пермисо. Марсело, как ты? Твой босс приехал? Значит, скоро будет? Нет, мне лучше сегодня не приходить. Наверное, у тебя много работы. Я позвоню попозже. Да, я тоже. Послушай, кто-то стучит в дверь. Договорились. Все, конечно, да, пока. Привет! Сюрприз! Что ты здесь делаешь, Мелисса? Я не ждал тебя. Входи, располагайся. Спасибо. Что-то случилось? Не говори мне, что тебя выгнали из университета. Нет, ничего подобного. У меня каникулы. Я подумала, что мне делать одной. Позвонила маме в Нью-Йорк, но никто не ответил. Твоя мама была здесь? Входи. Была здесь? Не сказала? Ну, чему удивляться? Она всегда загадка для меня. А зачем она приезжала? Ну, не знаю. Подписать какие-то бумаги. Ей надо позвонить. Я говорил с ней несколько дней назад. Нет, зачем? Раз она сама не звонит, значит, не хочет говорить со мной. Могла бы сообщить, что приезжает. Иногда мне кажется, что она меня не любит. В чем же дело, Хосе? Неужели я совсем никому не нужна? Совсем никому, Мелисса. Посмотри на себя, ты же чудовище. Идиот. Я же серьезно. Готово. Как я выгляжу? Как обычно. Как всегда. Но мне так нравится. Милагрос, как ты хочешь найти себе мужчину, если совсем не красишься? Парни любят девушек, которые умеют тебя показать. А я не собираюсь искать себе мужчину, Сильвия. Если только... Милагрос, этот парень, если он такой, как ты говоришь, то должен любить красивых женщин, знающих, как себя подать. Я понравлюсь ему такой, какая есть. Значит, зачем ему было дарить мне цветы? Хорошо, хорошо. Не надо рассказывать то, что я слышала миллион раз. Пора идти. Идем. Сильвия, прошу тебя. Я не хочу никуда идти. Нет, нет, бери свою одежду и диванную одеваться. Сильвия, пожалуйста. Давай не будем спорить. Mm.
Я так по тебе соскучилась. Почему ты переехал в Лиму? Мне этого не понять. Ну, расскажи мне, как ты решилась приехать? Мне стало так одиноко. И я позвонила Паблу. Что ты на это скажешь? Мелисса, Мелисса. Ну что мне оставалось делать? Я не могу забыть о нем. И что же дальше? Ты звонила ему, разговаривала с ним? Не совсем. Мне сказали, что его нет в Лиме. Он на каникулах. Это так? Он приехал? Да, он здесь. Стал священником или передумал? Теперь он хочет стать священником больше, чем когда-либо. Привет, мама. Привет, дорогой. Как поживаешь? Хорошо. А папа? Он принимает душ. Очень устал. Как он съездил? Не очень удачно. Пусть он сам расскажет в деталях. Расскажи, как дела в больнице? Мы уже несколько дней не разговаривали. Ты начал рассказывать о старушке, которая сломала бедро. Она поправляется быстрее, чем я думал. Слава Богу. А что с другими пациентами? Как девочка с недостатком кальция? Как футболист? Тебе стоило учиться в медицинском институте, мама. Ты очень любишь рассказы о больнице. Люблю только слушать, сынок. Сам знаешь, если твоя мама увидит кровь, упадет в обморок. Я не переношу самой мысли, что это так вот можно резать человек. Это нормально. Все мы боимся попасть в операционную как пациенты. Но большинство людей не понимает, что операции делаются во благо. Не всегда, сынок. В каждой операции есть свой риск. Анестезия — это очень опасно. Можно навсегда остаться в коме. Да, такое бывает. Но перед операцией обязательно делают анализы и узнают степень риска. Нет, все равно это очень страшно. Я приведу пример, мама. Если бы у тебя была больная нога, неужели бы ты не согласилась на операцию? Наверное, нет. Ладно, ладно. Забиваешь голову маме медицинскими проблемами. Привет, папа. Мартин. О какой операции ты говорил? Твой ответ меня поражает, мама. Если бы доктор убедил тебя, что ты не будешь больше хромать, неужели бы ты отказалась от операции? Да. Но если бы я осталась парализованной, уж лучше хромать. Ты совсем не доверяешь докторам и не доверяешь своему сыну. А ты, папа? В чем вопрос? Что, проблемы в больнице? Да. Да, красивая девушка, хромая от рождения. Я предложил ей пройти осмотр, сделать анализы, прооперировать ее. Она послала меня к черту. Не знаю. Не знаю, если бы у меня была такая возможность, я бы, не задумываясь, согласился. Ведь так? Да, принять решение непросто, правда? Что же ты собираешься делать? Постараюсь ее переубедить. Да, а что слышно о девушке, которую ты ищешь? Пойдем поедим, я расскажу тебе. Ты достал фотографию девки? Фотографии нет. Как же ты хочешь, чтобы мы убили Милагрос Варгас, если мы даже не знаем, как она выглядит? Твоя хозяйка — это нечто. Эй, приятель, сеньора наняла вас, чтобы вы сделали работу. А ты у меня спрашиваешь, что делать? Я выполню всю работу, а ты получишь деньги. Так что ли? Мы не детективы. Мы занимаемся другими вещами. Хорошо? Хорошо. Я найму кого-нибудь другого. Эй, нет. Челса, вернись. Послушай, Челса, мы не сможем ее найти, но подскажи нам, как это сделать. Ты ведь просто дал нам ее имя. Сам понимаешь, этого мало. Этого очень мало. Хорошо. Даю вам последний шанс. Милагрос Варгас ищет адвокат по имени Жерардо Делидо.
Скорее всего, он ее найдет. А зачем он ее ищет, а? Не твое дело, дружок. Главное, чтобы вы следили за Жерардо Беллидо, пока он ее не найдет. А потом сделаете то, о чем договорились. Но это две работы, Челс. Это будет стоить много денег. Слушай, если сделаешь работу, получишь достаток. А кто этот Беллидо? Действительно, она родилась там, как говорит Маргарита. Монашки вырастили ее, но когда она подросла, уехала. Говорят, что она живет в Лиме, но никто не знает, где. Странно, что она не связывалась с монашками. Обычно такие люди навещают монастыри довольно часто. Монашки, которые могли что-то рассказать, уже умерли или переехали за пределы Перу. Я должен найти одну из них, из этих монахинь, но это займет много времени. Очень много времени. Куда же она уехала? Думаешь, она здесь, в Лиме? Наверное, уехала из Перу. Сейчас так много девушек ищет работу в других странах. Возможно, возможно. А что ты о ней знаешь? Ее имя, возраст. И то, что мне рассказали в монастыре. Надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы найти кого-то по таким приметам. У тебя есть ее фотография? Нет. Но Рафаэль говорил, что она похожа на Чичиту. Это заставляет меня думать, что она живет здесь. И все же, как я могу найти ее в городе, где 7 миллионов жителей? Да, это будет непросто. Поторапливайся, мне еще на работу. Ты же знаешь, Гермес любит пунктуальных сотрудников. Давай не пойдем. Нет, ни в коем случае. Ты же знаешь, что Пепа ждет нас. Мы же не можем его бросить. Все же я не пойму, зачем тебе и Пипа знакомить нас с Эстебаном? Хватит причитать! Кто знает, может, Эстебан и есть тот принц на белом коне? Ты что, нет, Сильвия. Я уже нашла своего принца, мужчину своей мечты. Я знаю, что на свете нет никого лучше. Но Марианна говорит, что ты не знаешь ни его имени, ни адреса, ни кто он такой. Если хочешь, то всего можно добиться. А я очень этого хочу. Мне достаточно знать, что он существует не только в моих мечтах. Вот так. У меня есть ее имя, сынок, а это уже хорошо. Конечно, ты можешь дать такое объявление в газету. По личному вопросу приглашается госпожа Икс в офис доктора Беллидо. Это звучит как шутка. Возможно, но мне пора, опаздываю. Пока. Это не такая плохая идея. Существует, должно быть, тысячи Милагрос Варгас. Что ты сказала, мама? Что? Что я сказала? Милагрос Варгас? Так имя девушки, которую вы ищете? Да, а что? В чем дело? Так зовут девушку, о которой я говорил, которую хотел оперировать. Не может быть. Возможно, есть сотни Милагрос Варгас, но... Сколько ей лет? Около 20. Может быть, это именно она? Где ты видел Милагрос Варгас? У тебя есть какая-нибудь информация о ней? Да, есть ее визитная карточка. Она устраивает детские праздники в больницах. Там я с ней познакомился. Милагрос Варгас. Господи, не могу поверить. Фильм переведен и озвучен по заказу компании Intra Communications, студии «Семья от А до Я».